Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня 25 апреля 2024 года. Иду в теплицу посадить перец. Рассада хорошая. Высаживаю на постоянное место. Еще никогда так рано не цвели у меня одуванчики. И никогда рано так не сажала перец. Это впервые. Сегодня день чудесный, 20 градусов тепла. Но всю неделю было очень-очень холодно, шли проливные дожди. Ну вот завтра буду целый день заниматься прополкой грядок, рыхлением. Завтра, послезавтра. Ну а сегодня хочу выполнить работу в теплице. Красиво цветет очень сад. Как же пройти мимо такой красоты и не снять? Это будет совершенно даже неправильно. Вот вишни мои красиво как зацвели. Вишень всегда у нас много. Мы кушаем с удовольствием компот и всю зиму пили. Вот иду показать вам. Поставила дуги теплицы. Здесь у меня 7 дуг уместилось. Потихонечку высаживаю. Буду высаживать перчик. Белозерка. Покупала в простой упаковке. Схоже, 100%. 20 штук сажала, 20 выросла, даже больше. Еще вот и остались на следующий год, если не соберу свои. Так, толщина стенки только 5 миллиметров, маловато. 100-120 грамм. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Короче, 18 штук сюда мы посадим, а остальные 2 вместе по краюшку сделаем. Ну что, будем? Что в первую очередь? В первую очередь нужно обязательно полить. Ой, неудобно снимать и поливать. Вот. Одну черёпку на 2 этих. Так, мои дорогие друзья, полью, потом дальше покажу. Неудобно. Теперь добавим отравы по 5 штучек. Обязательно. Без нее никак нельзя. Так. 5, 3, 5. Так. И так каждую луночку. Так. Надо и траву экономить, то не хватит. Особенно щедро бросать. И сюда же добавим куриного помета. Ой, посмотрите, какой зверь. Лёвка, иди разберись. Надо его убрать, через забор перекинуть. Что за зверь? Разложила я в каждую лунку. Так, все. Зверя отправили гулять. Так, и куриный помет будем добавлять в каждую луночку. Вот так, приблизительно. Все приблизительно. Посыпем гранулы. Куриный помет сразу силой наберут, кого хочешь. И, конечно, нужно будет все это слегка смешать, кашу эту. Вот так сделать, чтобы не в самые корешочки у нас получилось.
здесь у меня ямка была здоровая такая. Всё. И вот он наш перчик. Обильно полила его. Земля рыхлая, хорошая. По одной штучке будем сажать. Вот такие вот красавчики. Перчики. Белозерка. Они беленькими. Они не красные, а такие желтые, типа желто-белых. Но видите, все, коробка свое отжила. Коробка отжила свое. Так, все очень влажно, хорошо. Рассадка приживется, поливать не буду, потому что все очень влажно. Поливать не надо. На ночь потом полью и укрою. Так. Партизаны выглядывают с утюжка. С утюжка. Что, Левка? Левка мой помощник помогает. Да. Так. Ой, рассада вся чумазая, как и мои руки. Чумазые. А вот здесь два вместе посажу. Они так два вместе хорошо. Ну вот два остались. Ну, тоже посажу куда-нибудь. Выбрасывать жалко. Пускай растут два вместе. Все посадим. Вот так. Плохо пойдут. Потом выбросим. Выбросить никогда не... А вон у меня не хватает. Как что я пропустила. Ну, вот сюда пойдет. Ну, все, два вместе получился. Там кустик. И он там. А этот... А, выброшу его. Страшный. Тут более-менее. Ну, ладно, посажу, потом покажу, мои дорогие друзья, дальше. Ну, вот, мои дорогие друзья, посадили. Поставила такую меточку. Вот на такую вот штучку. О, хорошо, в землю и бумажечку написала, что это белозерка. Здесь будем сажать дальше д'Артаньян. Это вот у меня разграничители. Можно их придвинуть поближе. Все. Заходите в гости, как всегда, буду рада. Полью вечером. Очень влажно, ничего страшного. Буду рада, до свидания, до новых встреч, пока.